Москвин, ты будешь начинать. Yes, yes, yes. Стой, 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 подожди, подожди. Секундочку. Дамы и господа, это финал. И у нас заключительный второй раунд. Москвин против Макс Детоль!
Друзья, вам понравился финал? And the winner. Beatmack battle is 3, 2, 1. One more round. Это значит еще один раунд. И это драминг. Не-не-не-не-не. Стоп, Макс, стоп. Просто что угодно. Финал, что угодно. Что угодно. Вот подумайте и прикиньте, что же может сейчас вас вывести на первое место? Что ж, это третий раунд финального батла. Напомню, что сегодня у нас афтер-пати в Цунами-бар. Класс, что наше решение поддерживает публика. Нажать. Валей, жми. Стоп.
малыш, малыш. У-ля-ля! Макс Деталь против Москвин. Москвин становится победителем сегодняшнего батла битоделов. Ну а сейчас я передаю слово нашему судье. Man, 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 that last round, incredible, but overall, y'all got some incredible drummers here, man, fantastic. A lot of these rounds were real close rounds. None of them was like really blowouts here, man. So, I mean, give everybody a round of applause, man. Давайте всем похлопаем. Последний раунд был очень крутым. Уровень драмеров невероятно высок. Всем огру. Меня даже выключили сразу же. Это говорит о чем? О том, что у нас состоялся финал. Мы еще раз поздравляем победителей и тех, кто... Победителя и того человека, кто занял второе место. А именно, Макс Деталь занимает второе место, Москвин первое. Коста сейчас вам вручит призы и подарки. А мы с вами увидимся на автопати в баре «Цунами», который находится совсем недалеко отсюда, а именно Лиговский, 39. Ровно в 00 часов 00 минут Лорд Финесс встанет за вертаки и для вас представит свой двухчасовой сет. Это будет в 12 часов в баре «Цунами». Что ж, всех ждем там. Ну а сейчас огромное спасибо всем, кто был здесь.